Привет! Сейчас ты увидишь новые полезные ништяки. Их можно приобрести на распродаже. В конкурсе разыграем одну из вещей. Поехали! Миниатюрный внешний SSD-твердотельный накопитель. Внутри встроен 4-канальный контроллер памяти, который не требует буфера для работы и пишет в память ячеек напрямую. Для работы используют высокоскоростной порт USB 3.0, однако ни одна флешка не сравнится с ним по скорости обработки данных, которая составляет 320 на 280 мегабайт в секунду, достигая показателей 400 на 360. 55. Нечастый случай, когда получаешь результат даже выше заявленного. Навесной замок с биометрической защитой. Задумка предельно простая. Компактный навесной замок, который можно быстро разблокировать отпечатком пальца, используя его различными способами, в том числе во время путешествий. Преимущество перед обычным – Travel Lock открывается за одну секунду, плюс не нужны ключи, и можно назначить до 20 пользователей. Полевая раскладушка. Тентовый лежак с раскладными алюминиевыми ножками пригодится охотникам, рыбакам, туристам и любителям активного отдыха на природе. Ее размеры в разложенном виде 190 на 70 сантиметров, высота над землей 17, спокойно держит вес в 70-80 килограмм. Имеется карман сбоку, она компактна и легко собирается. В комплект с ней входит чехол для переноски. Зарядная станция с интеллектуальным контролем напряжения для каждого устройства. Резерв мощности станции 60 Вт. Каждый порт способен выдавать до 2,4 ампер, позволяя заряжать одновременно до 6 устройств. Зарядка комплектуется кабелями с различными разъемами, а также имеет удобные держатели для каждого из заряжаемых гаджетов, устанавливая порядок на рабочем месте. Для продолжительной работы за компьютером необходимо прежде всего обеспечить комфорт и правильное положение спины. Эта опора позволит поддерживать поясничный отдел. Она имеет балансирующие крылья и регулируемую степень жесткости и положения пластин относительно спины. Снимает часть напряжения с позвоночника и расслабляет поясничный отдел при длительной сидячей работе. Альтернативная версия замка-блокиратора для двери, которая превосходит своего собрата привычную цепочку. Упор монтируется в дверной косяк и после поворота механизма блокирует открытие двери. Открыть замок можно, потянув в сторону и отвернув поворотную часть механизма на пружине. Такой замок будет полезен в хозпостройках в качестве дополнительной защиты, а также во время путешествий. А этот кронштейн сделан в стиле ретро-телевизора со специфической антенной, механическими переключателями и парой динамиков, расположенных на задней стенке. Устройство представляет собой держатель-подставку для смартфона, который помещается внутрь. После соединения по Bluetooth на получившемся импровизированном ретро-телеке можно смотреть любимые видосы на YouTube. Смарт-часы, которые совершенно не похожи на все остальные. Возможности аксессуара обеспечивают частичную замену смартфону. Часы работают по системе Android и имеют встроенный чипсет от MediaTek. Здесь есть 1 гигабайт оперативной и 16 встроенной памяти. Ну и, конечно, громадный прямоугольный дисплей 2,2 дюйма с IPS-матрицей. Это часы, трекер, игровой смартфон и фотокамера. Гарнитура Visor X. Шлем схож с VR-очками, однако не совсем. Он обеспечивает больший экран и эффект погружения, но иным способом. По своей сути, это система зеркал, одно из которых находится у пользователя перед глазами, являя собой слегка изогнутый и регулируемый дисплей. Шлем не диктует позу, можно смотреть в каком удобно положении. Характеризуется одной фразой. С Visor X то, что вы видите, похоже на 100-дюймовый экран с расстояния 2,5 метра.
На первый взгляд, это обычный USB-хаб с несколькими портами для зарядки электронных девайсов. Однако есть одна хитрость. В верхнюю часть корпуса вмонтирована мини-камера, которая может писать видео с разрешением Full HD и фреймом 25 кадров, а также делать фото. Соединив со смартфоном, такой хаб послужит отличным видеосторожем на рабочем месте. Компактное зарядное устройство размером с брелок с зарядным током 2 ампера и функцией пауэрбанка. Кей интересен миниатюрными размерами, высокой мощностью, поддержкой многих форм-факторов батарей и отсутствием необходимости носить второй кабель. Устройство также содержит светодиодный индикатор уровня заряда. Интересная штука в походе или поездке, которая выручит, сделав из батарейки банку или зарядив популярные АКБ-18650. Водосберегающее устройство, которое превращает традиционный кран в современный сенсорный. У него есть две зоны сенсорного реагирования и два режима подачи воды, а также высокая скорость срабатывания – 0,25 секунды. Чтобы открыть кран, нужно поднести руку к насадке. Зона реагирования бокового датчика – 5 см. Насадка устанавливается на кран с помощью переходников в комплекте, без необходимости менять смеситель. Биометрический дверной замок, предназначенный для контроля доступа в жилые и офисные помещения. При установке такого замка попасть внутрь смогут лишь авторизированные пользователи. Запомнить замок может до 100 человек. Он состоит из накладных ручек, в одной из которых встроен сканер, 3 LED-индикатора и в резной части. С торца находятся USB-порты для подзарядки замка. Термопод-диспенсер от Xiaomi. Устройство для быстрого и удобного нагрева воды, которое может стать альтернативой чайникам. Вода нагревается в течение нескольких секунд благодаря двойной системе с проточной циркуляцией. Можно выбрать несколько режимов работы с температурой нагрева от 55 до 100 градусов. Дизайн же термопода, как и его эргономика, отличается простотой и лаконичностью. Онлайн-переводчик All Translator, оснащенный процессором от Intel и поддерживающий алгоритмы ИИ. Сканер способен переводить любой указанный текст и мгновенно выводить результат на смартфон, с которым сопрягается через Bluetooth. Переводчик оснащен сенсором от Sony, широкоугольной оптикой и внутренним аккумулятором. Ставится за текстом и сразу готов к работе. Необычные сандалии-ножные аэраторы, к подошве которых крепятся десятки остроконечных шипов. Получившуюся конструкцию крепят к обуви с помощью ремней с пряжками, после чего прогуливаются по газону, аэрируя почву с целью улучшения циркуляции воздуха, доступа воды и питательных веществ к корням, что приводит к ухоженному виду газона, сокращая появление сухой соломы. Беспроводной пылесос, который благодаря своей конструкции и простоте трансформации легко превращается в два разных прибора, один из которых это более привычный всем пылесос со штангой с несколькими режимами работы. Другой вариант – это портативный очиститель для салона авто, полок и узких мест. В комплекте несколько насадок, позволяющих провести комфортно уборку в доме. После чего разобрать устройство и очистить фильтр без облака пыли. Кронштейн, который призван не только держать смартфон или планшет, удобно выставив его с помощью регулируемой гибкой штанги. Второй его функцией является возможность показывать фильм на увеличенном экране, проектируя изображение со смартфона. Однако, при необходимости проекционный экран можно убрать, используя приблуду более примитивно, но менее эффективно. Портативный Bluetooth MP3 плеер, на котором можно слушать любимые мелодии на пробежке, в тренажерном зале или в поездке. Прибор оснащен защелкой для удобства крепления, к примеру, на поясе брюк. Однако куда же без фишки? Дело в том, что этот плеер с 1,5-дюймовым сенсорным дисплеем можно превратить в часы, благо и ремешок поставляется в комплекте. Китайцы были бы не китайцами, если бы сделали все просто.
Переносной светильник, который используется в гараже или просто закидывается в бардачок для непредвиденных ситуаций. Крепиться он может как на любую металлическую поверхность, будь то капот или кузов автомобиля, так и подвешивая с помощью крюка. Имеет несколько режимов работы мощных SMD-светодиодов и комплектуется встроенным аккумулятором. Однако есть и варианты для работы от сети с 5-метровым кабелем. Кроссовки, которые разработаны специально для занятий спортом, в особенности подходят для пробежек. Нога садится как влитая, подошва завышена, плюс пружинище, пятка – все это делает процесс пробежки комфортным. Бегать можно как по ровному асфальту и грунтовому тротуару, так и по песку и щебени, увеличивая нагрузку и получая удовольствие от тренировки. Помнишь, как учил уроки, сидя за партой и просто наваливаясь на стол? Все это наверняка привело к не очень ровному позвоночнику и различного рода искривлениям. Такая подставка служит своего рода опорой для детей, которая не дает падать и держит осанку. Крепится он к столешнице и регулируется по высоте, чтобы мягкая опора была на уровне груди. Затирка-карандаш эффективно устраняет серый оттенок, который со временем могут приобретать плиточные швы. Для получения желаемого эффекта нужно встряхнуть карандаш или стержень и провести линию поверх шва, чтобы он приобрел белый цвет. При нанесении чернила быстро сохнет, не течет и не осыпается после высыхания. Креативная щетка для чистки стаканов, чашек и прочей тары из стекла и керамики. Устройство состоит из двух щеток, расположенных таким образом, чтобы при надевании стакана можно было эффективно очистить как внутреннюю, так и внешнюю стенку сосуда, совершая вращательные движения. Щетка крепится на край раковины с помощью трех мощных присосок. Кататься на гироборде – это, конечно, круто, но, во-первых, не всем подходит, а во-вторых, не всегда удается преодолеть даже незначительные препятствия. Эта тележка крепится к гироборду и превращает передвижное устройство в ховеркарт, то есть тяговой силой по-прежнему остается гироборд. Однако теперь можно комфортно передвигаться сидя, получая четырехколесное транспортное средство, управляя ним, как и раньше, ногами. Дизайнерский скретч-постер с сотней лучших фильмов. Плакат является персональным гидом по красочному и захватывающему миру кино, предлагая стереть выбранное окошко и посмотреть рекомендуемый фильм с представленными рейтингами. Интересная задумка личного киноэксперта, который не разочарует и посоветует лучшие киноленты для увлекательного времяпровождения. Необычный лонгборд с 8 колесами, пригодный для катания практически по любой поверхности. Такой скейт создан для того, чтобы кататься по городу, не обращая внимания на какие-либо препятствия. Уникальный 8-колесный механизм позволяет доске довольно плавно скользить вниз по ступенькам, так же легко, как и ехать по ровному асфальту тротуара. Еще бы! Больше колес, круче подвеска, лучше проходимость. Сегодня разыграем светодиодную переноску. Для того, чтобы принять участие, нужно подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий. Итоги подведу через неделю в моем видео. Сейчас итоги прошлого конкурса на термокружку. Поздравляю победителя! Всем удачи и пока!